многочлены деления круга. Давайте возьмем, начнем с самых простых вещей. Х минус 1 – это многочлен деления круга на одну часть. Х плюс 1 – это вот что такое. Смотрите, многочлен х квадрат минус 1 состоит из двух множеств. Х минус 1 и х плюс 1 – это f первое, это f второе. Что такое f третье? А вот что. Многочлен х куб минус 1 разлагается на х минус 1 и х квадрат плюс х плюс 1. Обратите внимание, значит, f третье многочлен второй степени. И если мы посмотрим на его корни, давайте решим квадратное уравнение, х квадрат плюс х плюс 1 равняется 0, то вы обнаруживаете, что это есть минус 1 плюс минус, что 1 минус 4 это минус 3, корень из минус 3 это корень из 3i, да? Деленное на. Напомню, как это выглядит на плоскости. Значит, вы должны отложить 1 вторую вот сюда, и вы должны отложить корень из 3 или, соответственно, минус корень из 3 сюда. Вот это вот это минус единица плюс и корни из 3 пополам. А вот это вот, это минус единица, минус и корни из 3 пополам. Так называемые корни третьей степени из единицы. Мы уже обсуждали, когда говорили про корни из единицы, что уравнение x в степени n равно единице имеет ровно n корней. И эти корни, это в точности вершины правильного n-угольника. Например, корни шестой степени из единицы – это вот эти вот шесть точек. Обратите внимание, при этом вот эта точка – это корень первой степени из единицы. Эта точка – корень третьей степени, это тоже третья степень. А вот эта точка – корень шестой степени, это корень шестой степени, а это какой? Второй. Второй. Совершенно верно. Совершенно верно. Это корень второй степени. Таким образом, я могу довольно быстро продолжить вычисление многочленов деления круга. Значит, что такое четвертый? Это надо взять x четвертый минус 1, разложить на множители x квадрат минус 1 и x квадрат плюс 1. Здесь у нас произведение первого и второго, ну а это, соответственно, будет четвертый. Это будет четвертый многочлен деления круга, x квадрат плюс 1. Значит, я могу понять, что же такое многочлен деления круга. Его корни – это не все корни n степени из единицы, а те, которые не являются корнями меньшей степени. Вот давайте я покажу это на примере, скажем, на примере 24. Давайте я буду объяснять. Вот это что? Единица, да? Вот это у меня зита. Что такое зита? Это косинус 360 разделить на 24. Это что такое? Это, по-моему, 15 градусов, да? Это косинус 15 градусов плюс и синус 15 градусов. Вот такое вот число. Дальше идет у меня зита в квадрате, в кубе, в четвертой степени, в пятой, в шестой, в седьмой, в восьмой, в девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой. Заметьте, пожалуйста. В 12 степени это минус единица, да? Потом в 13. Хочу сейчас, чтобы мы около каждого из этих корней проставили бы корнем какой степени на самом деле, корнем какой наименьшей степени на самом деле является это число. После того, как мы это сделаем, многое станет понятнее. Давайте, у корней первой степени я здесь изнутри напишу единицу. Хорошо? Так, вот это корень какой степени? Второй. Второй. Значит, единица, двойка. Отлично. Сколько существует корней третьей степени? И где они здесь? А вот
путаницы. Это восьмая и шестнадцатая, правильно? Почему? Потому что когда я 16 умножу на 3, то получится число, делящееся на 24. А на меньшее число не получится умножить. Так, теперь корни четвертой степени из единицы, их на самом деле два. Это вот это вот, да, первообразный корень четвертой степени из единицы, и зита 18. Это тоже первообразный корень четвертой степени из единицы. Пятой степени здесь вообще нет, потому что 24 на 5 не делится. Шестой степени, конечно, есть, а именно первообразных корней шестой степени их два. Это вот этот вот зита в четвертый и симметричный ему, это зита в двадцатый. Вот они, первообразные корни шестой степени. Семерка взаимно проста с числом 24. Восьмой степени обязательно будут. Восьмой степени обязательно будут. Вообще, какие бывают первообразные корни восьмой степени? Тройка. Это, конечно, вот это. И 20. Тройка, соответственно, симметричная. Ребят, давайте поговорим так. Я не буду продолжать дальше, поскольку мне кажется, что принцип дополнения более-менее понятен. И мне, кстати, там в статье, просто картинка вся нарисована полностью. То есть все заполнено. Правда, там не числа стоят, а буквы. Но разберемтесь. Вот. Дело не в этом. Дело в том, что меня интересует то же самое, но в общем виде. В общем виде это звучит следующим образом. Если у меня есть числа 1, зита, зита в квадрате и так далее, зита в степени n минус 1 и, наконец, зита в n единица, а зита это первообразный корень, то если я возвожу число зита в какую-то степень, которая имеет общий делитель с числом n больше единицы, то все, уже у меня не получится породить все корни. Например, если у меня есть вот здесь вот, я беру там зита в квадрате, то уже получится только четные степени и ничего другого. Или если я здесь беру зита в третьей степени, зита в девятой, то опять-таки будут получаться только показатели, делящиеся на 3. Да? Значит, чтобы суметь породить все, надо, чтобы число k было бы взаимно просто с числом n. Значит, наибольший общий делитель чисел k и n должен равняться единице. При этом k, сами понимаете, должно меняться от 0 до n минус 1 или от единицы до n. Вот. Значит, я, ну давайте от единицы до n напишу, чтобы вы меня не мучили. Итак, от единицы до n. Значит, мы должны понять, сколько на свете существует таких чисел k, которые взаимно просты с числом n и при этом расположены между единицей и n. Ну, для этого вообще-то придумана Леонардом Эйлером специальная функция, которая так и называется функция Эйлера. И по определению она вот какая. Функция Эйлера это количество таких чисел k, которые взаимно просты и расположены от единицы до n. Итак, степень многочленов деления круга это в точности эта самая функция Эйлера. Обратите, пожалуйста, внимание, когда вы берете многочлен x в степени n минус 1, то он разлагается в произведение многочленов деления круга, где d пробегает всевозможные делители числа n. Заметьте, степень этого многочлена равна n. Поэтому, если вы возьмете сумму функции Эйлера, взятую по всем делителям, то вы должны получить n. Вот давайте отвлечемся от многочленов деления круга, потому что как бы век новый. Давайте просто подумаем, на самом деле так это или нет.
если вы берете любое натуральное число n и смотрите по всем его делителям значение функции Эйлера, сумма даст нам число n или не даст? На самом деле очень легко понять, что даст. Давайте я это объясню на примере числа, ну скажем, 20, следующим образом. Вот смотрите, выписываю все числа от 1 до 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Но так неинтересно. Я сейчас их выпишу более хитрым способом. Я выпишу в этой строке те числа, которые имеют с числом 20 общий делитель, равный единице. Да легко. Это число 1. Еще какое число? 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19. Согласны? Дальше. Те, которые имеют общий делитель, равный двойке. Тоже не хитро. 2, 6, 9. Нет, здесь нельзя. Здесь там еще пятерка есть. 14, 18. Да? Вот. Теперь общий делитель равный четверке. Что такое 1, 3, 7, 9? Сколько этих чисел? В этой верхней строке в точности фи от 20 чисел. Согласны? Отлично. В следующей строке сколько чисел? Они все делятся на 2, поэтому на 20 разделить на 2. Вот в этой строчке фи от 10. Так, а в этой строчке они все делятся на 4, надо разделить на 4. Их фи от 5. А в следующей строчке их? Фи от 4. Фи от 4. А в следующий фи от 2. А в следующий, наконец, фи от 1. Я, на самом деле, немножко поленился. Это было бы понятнее, если бы я по-другому рассказывал. Я должен был написать здесь не числа от 1 до 20, а дроби со знаменателем 20. А именно, 1 двадцатая, 2 двадцатых, 3 двадцатых, 4 двадцатых и так далее, вплоть до 20 двадцатых. Тогда здесь были бы 1 двадцатая, 3 двадцатых и так далее. Здесь были бы 1 десятая, 3 десятая, 7 десятых, 9 десятых. Понимаете идею? Так вот, ребят, подумайте, пожалуйста. Значит, от вас требуется следующее. Выписать мысленно все дроби, начиная от одной n и заканчивая числом n разделить на n. Каждую из них требуется максимально сократить. Вот сократим ее на некоторый делитель d числа n. После этого останется числитель. Так вот, этот числитель, он на самом деле должен быть взаимно прост с числом n разделить на d. Потому что в знаменателе останется ровно n разделить на d. Все мне что-то понимают? Вот. Ну и, соответственно, и будет фи от n разделить на d штук. А когда d пробегает все делители, то n разделить на d тоже пробегает в точности все делители. В общем так, я считаю, что объяснил вам, что степень многочлена деления круга это функция Эйлера. Теперь надо объяснить, как вычисляется очередной многочлен деления круга, если знаем предыдущие. Ну, на самом деле, для этого разумно чуть-чуть еще посчитать. Обычно народ начинает понимать на 15-м многочлене. Вот. Я пытаюсь сейчас выписать. Значит, итак, х четвертый, х в кубе, х в квадрате, х плюс 1. Это 5-й многочлен. Объясняю почему. Потому что это надо взять х в 5-й минус 1 и разделить на х минус 1. Хорошо. Шестой многочлен. А да, это уже интересно. Х в 6-й минус 1. Это у нас произведение первого, второго, третьего и шестого многочлена деления круга. Первый многочлен деления круга – это х минус 1. Второй – это х плюс 1. Третий мы тоже уже… Х плюс 1, а не х плюс 2. Х плюс 1, спасибо.
Это x квадрат плюс x плюс 1. Так вот, господа, что я должен сделать, чтобы найти f6? Я должен просто-напросто разделить x6 минус 1 на произведение вот этих штук. Обратите внимание, x минус 1 и x квадрат плюс x плюс 1 это на самом деле x куб минус 1. Поэтому я должен сделать такую вот операцию. X6 минус 1 разделить на x куб минус 1 на x плюс 1. Получается, что я должен x куб плюс 1 разделить на x плюс 1. Получится, очевидно, x квадрат минус x плюс 1. Заметьте, все время у меня получаются многочлены с целыми коэффициентами. Надо будет подумать, почему. Пока я пишу, значит, x в шестой, в пятой, в четвертой, в кубе, в квадрате, в первой степени и единице. Вот они. Седьмой многочлен деления круга. Вообще, многочлен деления круга на p частей, где p простое, он выглядит очень просто. Это сумма подряд 1, x, x квадрат и так далее, вплоть до x в степени p минус 1. И сегодня он нам будет, что называется, очень нужен. Ну, очень он важный многочлен, поэтому давайте я его отдельно напишу и посмотрим, будем думать о нем, да? Итак, многочлен деления круга на p частей, где p простое, p это любое простое число, выглядит следующим образом. X в p минус первой степени плюс x в p минус второй, в p минус третьей и так далее, и так далее, и так далее, в квадрате в первой степени. Вот. Корни этого многочлена. Это в точности числа, значит, давайте введем такое значение, косинус 2π разделить на p плюс и синус 2π разделить на p обозначим буквой зита, и корни нашего многочлена это в точности числа зита, зита в квадрате, вплоть до зита в степени p минус 1. Кстати, что это реально означает? Это означает, что когда вы берете наш многочлен, то он разлагается на следующие линейные множители. X минус зита, x минус зита квадрат, и так далее, и так далее, и так далее, вплоть до x минус зита в степени p минус. Вот, это конкретно для любого простого числа p. А сейчас давайте дальше двигаться просто по многочленам деления круга. Просто по многочленам деления круга вычислять, как они у нас будут устроены. Значит, смотрите, восьмой многочлен деления круга устроен очень просто. Надо x восьмой минус 1 разделить на x четвертый минус 1. Получится x в четвертой степени плюс 1. Между прочим, господа, понятно, что это общая формула. Если вас интересует многочлен деления круга на 2 в степени n частей, то это будет x в степени 2 в степени n минус 1 и плюс 1. Потому что функция Эйлера числа 2 в степени n это 2 в степени минус 1. Ну и, в общем, собственно, такая формула, она просто есть не только для 2 в степени четверки, а для любой степени двойки. Хорошо. Теперь давайте посмотрим, что такое многочлен деления круга на 9 частей. А очень просто. Надо взять x в девятой минус 1 и разделить на x в кубе минус 1. Почему? Потому что x в девятой минус 1 это первый, третий и девятый. А это первый и третий. Замечаю, x в шестой плюс x в кубе плюс 1. Ребята, обратите внимание. Теория многочленов деления круга это в точности то, что в школьной программе называется формулы сокращенного умножения. И, собственно, она такая интересная, именно потому что она является глубоким обобщением и развитием. Точнее так, в школе просто учат маленький кусочек этой многочлен деления круга на 10 частей. Смотрите, что это такое. Значит, я должен взять x в 10 минус 1. Какие у него там есть? У него есть x в 5 минус 1. Это первый и пятый многочлен. А здесь у меня пока в числителе первый, второй, пятый, десятый. Но десятый не нужен,
А вот второй надо брать. Значит, надо разделить на x плюс 1. Отлично. Значит, получается такая формула. X в пятой плюс 1 разделить на x плюс 1. То есть x в четвертой минус x в кубе плюс x в квадрате минус x плюс 1. Пока, видите, в общем, работа очень простая. Для того, чтобы вы поняли, значит, пока что коэффициенты только единицы и минус, ну и нули, да? То есть вот здесь, скажем, коэффициент единица, перед x коэффициент 0, здесь коэффициент минус единица. Вот. Пока что все коэффициенты только единицы, нули и минус единицы. Оказывается, что если выписать многочлен 105, там впервые коэффициент станет двойка. Давайте, я его не буду писать на доску, потому что уж слишком это долго, но я его вам проговорю, хорошо? Итак, 105-й многочлен деления круга. Кстати, контрольный вопрос. Начнется он на что? На какую степень x сам начнется? Чему равна функция Эйлера числа 105? Я сейчас не буду это доказывать, но есть такое замечательное свойство, что 105 это 3 на 5 и на 7. А функция Эйлера, соответственно, равна произведению 3, 5 и 7. Функция Эйлера от 3 это 2, функция Эйлера от 5 это 4, функция Эйлера от 7 это 6. Что будет? 48. Теперь читаю. Х в 48 плюс х в 47 плюс х в 46 минус х в 43 минус х в 42 минус 2х в 41 минус х в 40 минус х в 39 плюс х в 36 плюс х в 35 плюс х в 34 плюс х в 33 плюс х в 32 плюс х в 31 минус х в 28 минус х в 26 минус х в 24 минус х в 22 минус х в 20 плюс х в 17 плюс х в 16 плюс х в 15 плюс х в 14 плюс х в 13 плюс х в 12 минус х в 9 минус х в 8 минус 2х в 7 минус х в 6 минус х в 5 плюс х в квадрат плюс х плюс 1. Да. Это было всего две двойки. Как он это считал? Это считал российский математик Иванов в 1941 году. Заметьте, пожалуйста, никаких программ там Вольфрам или каких-то других, которые позволяют быстро проводить вычисления, тогда не было. Он, конечно, сидел на бумажке и считал. Ну, ученые немного чего делают. Вот сейчас любой из вас может просто войти на сайт там, wolframalpha.com, набрать это выражение и получите ответ. То есть для вас это будет просто записать. Но давайте, все-таки я не буду злоупотреблять 105-го многочлена деления круга, а я сделаю так. Я объясню сразу, что такое 15-й. Потому что это уже пример важный для того, чтобы вы вообще поняли, как все это соотносится. Значит, итак, что такое 15-й многочлен деления круга? Это надо взять x в 15-й степени минус 1. Мысленно, это у нас будет первый, третий, какой еще? Пятый. Пятый и 15-й, да? Еще 9-й. Нет, 9-й нет. А. Вот, дальше. Надо это разделить на x в пятой минус 1. Это понятно. Это я вычеркнул первый и пятый. Потом надо разделить на x в третьей минус 1. Ну или если угодно, я смогу сразу, я же помню, на x квадрат плюс x минус 1. Можно было разделить на x в третьей минус 1 и умножить на x минус 1. А можно было сразу написать это значение. Вот. Вот нужно вычислить такую штуку. Обратите внимание, это уже не так просто. Я уже не могу это сделать вкусно, я уже должен это писать. Это будет x в 10 плюс x в 5 плюс 1 разделить на x квадрат плюс x плюс 1. Давайте я объясню, почему я уверен, что делится. Я уверен, что делится, потому что
Вот здесь в качестве корней выступали все корни 15 степени. Я убрал из них корни 5 степени. И я убираю из них первообразные корни 3 степени. Вот эти корни и корни этого многочлена – это разные числа. И они все есть здесь. Ребята, я сейчас на этом примере объясняю, почему у любого многочлена деления круга на самом деле коэффициенты целы. Дело в том, что в конечном счете для любого многочлена деления круга есть вот эта формула включения-исключения. То есть вы сначала выписываете, значит, xn и минус 1. Давайте как объяснимся. Значит, каким образом записать многочлен деления круга на n частей? Вы должны в числителе сначала написать xn и минус 1. Потом вы должны выбросить все, так сказать, лишние. Но при этом вы выбросите слишком много и придется какие-то добавить. Вот давайте подумаем, значит, какой формулой это записывается. Произведение по всем делителям числа n. А вот теперь интересный вопрос. Я должен взять произведение по всем делителям числа n чего? Каких-то вот таких многочленов. X в степени d минус 1, да? Но только на некоторые из них надо будет делить, а на некоторые надо будет умножать. А некоторые вообще не надо будет, что называется, учитывать. Вопрос, мы способны как-то записать эту формулу или нет? Ответ. Для этого надо знать функцию, которая называется функция Мёбиуса. Если вы ее знаете, то вы легко такую формулу запишете. Если не знаете, то нет. Я сейчас не хочу, я просто намекаю на то, что такая формула существует, и это нетрудно доказать. Но это не является основным содержанием моей сегодняшней работы. Я покажу, как делить. Дело в том, что, к сожалению, бывают школьники, которые доживают, бог знает, до какого класса, и не знают, что многочлены можно делить уголком. То есть смотрите, вот она простая работа. X в 10 плюс x в 5 плюс 1 надо разделить на x квадрат плюс x плюс 1. Смотрите и радуйтесь. Здесь беру x в 8. Тогда здесь будет так. X в 10 плюс x в 9 плюс x в 8. Вычитаю. Получается следующая вещь. Минус x в 9 минус x в 8 плюс x в 5 плюс 1. Замечательно. Теперь здесь пишу минус x в 7. Соответственно, будет минус x в 9, минус x в 8, минус x в 7. Вычитаю. Получается x в 7 плюс x в 5 плюс 1. Здесь теперь будет плюс x в 5. Вычитаю из этого x в 7, x в 6, x в 5. Получаю минус x в 6 плюс 1. Соответственно, здесь будет минус x в 4, минус x в 6, минус x в 5, минус x в 4. Получится x в 5 плюс x в 4. Это, конечно, немножко скучно, но мне очень важно, чтобы вы понимали, что не боги горшки обжигают, и, соответственно, что это вполне можно делать. X в 5, x в 4 плюс x в кубе. Получается у меня результат минус x в кубе плюс 1. Осталось чуть-чуть написать минус x. Из этого вычитается минус x в кубе минус x квадрат минус x. Получается x квадрат плюс x плюс 1. Значит, здесь получается плюс 1. Ура! Ура! У меня все получилось. Я нашел многочлен деления круга на 15 частей. Ребят, мне кажется, что идею, в общем, мы уже поняли, как считают для конкретных чисел. Разумеется, в статье вы найдете некоторые общие формулы. Скажем, для любого простого числа P я уже выписал. Нетрудно найти
когда здесь произведение двух простых чисел, даже если здесь произведение степеней двух простых чисел, в явном виде это все выписывается. Но с другой стороны, понятно, что как только простых множителей становится много, то уже выписать очень трудно.